Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня мы протестируем объективы. Получив несколько сообщений с просьбами сделать видео об объективах, я подумал, что получится очень интересный ролик. От фокусного расстояния вашего объектива зависит композиция и то, как будет кадр выглядеть и соотноситься с другими. Все определяется используемым стеклом. Мой объект съемки всего в нескольких метрах от камеры. И можно видеть, как далеко от него задний план. Прикольно то, что мы можем играть с перспективой. Широкоугольные объективы отдаляют все на милли, тогда как длиннофокусные сжимают пространство позади объекта, и он кажется совсем рядом с задним планом. Хотя на самом деле это не так. Это потому, что объектив приближает задний план к объекту. Попробуем несколько объективов и посмотрим, что получится. Это 16-миллиметровый объектив, практически рыбий глаз. Его я использую для всех моих видеороликов. Смотрите, что происходит с задним планом. У объектива очень широкий угол, и объект выглядит почти мультяшным, с большой головой и маленьким телом. А фон кажется отдаленным на километры. Теперь 35 мм. Масштаб уже более реалистичный, потому что фокусное расстояние близко к тому, что видит человеческий глаз. Вам уже понятно, где находятся предметы относительно друг друга. Очень распространенный объектив 50 мм. У всех в наборе есть 50 мм. И выглядит это так. А теперь сравним с кадром, снятым на 135-миллиметровую линзу. Заметили, насколько ближе к объекту кажется задний план? Теперь трудно оценить расстояние. На самом деле, они находятся, возможно, метрах в 100 друг от друга. Длиннофокусный объектив просто сжимает пространство, и вам кажется, что фон ближе к объекту съемки. Как вы видите, на примерах все эти линзы дают разную картинку, сохраняя один и тот же кадр. Надеюсь, это поможет понять, как можно использовать объективы, играя с перспективой, чтобы получить лучший кадр. Просто идите и экспериментируйте. Если вам понравилось, можете смело поделиться. И не забудьте подписаться и смотрите ссылки на оригинальное видео. И как говорит Арми, I'll be back. Через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.